Почему? Я просто, я вот не понимаю. Итак, ладно, я уже тут очень много сказал того, что нужно, того, что не нужно, не по делу и так далее. Опять в комментариях будут писать, мол, ну, давайте немного все это обсудим. Да, разумеется, вы можете сразу начать говорить, мол, ой, и зачем вообще такое делать? Но вы кто, все, кто будут писать про Absolute Replay что-то, запускать сервера Сампа, там, может быть, еще какие-то сервера, может быть, даже свои лаунчеры стали запускать. 2000, это уже сложно, да, это уже невозможно. На одном сервере столько ботов содержать. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Нет, ты вообще отпустишь меня или нет? Я уже просто, я не понимаю, что мне делать, куда мне идти, кому вообще обращаться, по поводу чего мне, что мне вообще людям-то говорить в самом деле. Это уже какой ролик по счету про Absolute Roleplay? Я не понимаю, почему про него так много пишут, почему про него вот столько всего вообще, я не знаю, что вообще. Мне приходится обсуждать Absolute Roleplay. Я, может быть, и не хочу, но приходится. Новостная сводка говорит о том, что вот, Absolute Roleplay ты должен пообсуждать, ты должен сказать то, ты должен сказать это, и по итогу получается так, что я говорю это, а потом нужно сказать другое, не то, вот это, вот то, и вообще ты не понимаешь, ты сидишь, думаешь, что это вообще такое, что, как, почему, зачем, что, для чего я все это делаю, почему, я просто, я вот не понимаю, и ты сидишь просто вот в какой-то апатии, в какой-то вот этой, во всей, в общем, ладно, неважно, то есть я тут наговорил уже там на минуту, на две, на три, на четыре, пять, восемь, девять, неважно, сегодня у нас опять Absolute Roleplay, но необычный Absolute Roleplay, а как бы со стороны сервера. Да, я знаю, что вы можете начать там, знаете, шутить про ботов, то, что Absolute Roleplay хочет забить больше слотов ботами, там, чтобы у них еще больше онлайн был, чтобы там все прочие вещи у них также были. И вот нечто подобное вы также можете сказать. Я сразу хочу вам, так сказать, пояснить, если вы вот нечто такое подобное будете писать мне куда-то там в комментарии, может быть, еще куда-то, то я вас, разумеется, буду, ну, говорить, типа, вы не правы, что вы вообще говорите полную какую-то фигню, и Absolute Roleplay так вот не поступает. И вы просто, ну, вы какой-то дурак, в самом деле. Я не знаю, кто вы такой, но вы вот явно дураком прикидываетесь, по всей видимости, потому что по-другому я сказать, ну, ничего не могу. Итак, ладно, я уже тут очень много сказал того, что нужно, того, что не нужно, не по делу и так далее. Опять в комментариях будут писать, мол, воды много, как иначе, когда ты обсуждаешь Absolute Roleplay, по-другому просто никак. Ты сидишь, думаешь, что это в самом деле такое, почему оно так происходит, что, я не понимаю. И просто полный ужас, я не знаю. Как так? Так вот, новость какая была. Тут игроки обнаружили тестовый сервер Absolute Roleplay с 2000 слотов. Похоже, в предстоящем году 2000 слотов это будет трендом в сам, потому что о таких планах заявляли и другие крупные проекты. Кайфово будет играть за 2000 игроков на одной карте. Ну, давайте немного все это обсудим. Да, разумеется, вы можете сразу начать говорить, мол, ой, Absolute Roleplay, это вот кому-кому Absolute Roleplay-то это делать, это вообще ужас. Это же сколько они денег будут на ботов тратить, это же сколько там всего будет-то еще, да? Ну, просто ужас. Вот вы можете начать вот это вот все говорить, но если вы так говорите, то вы просто, ну, вы типа дурак, потому что вы себя выставляете, ну, абсолютно точно не в лучшем свете. Я не знаю, кто вы такой и зачем вы вообще такое делаете, но вы кто, все, кто будут писать про Absolute Roleplay что-то плохое, что-то то, что не соответствует истине, то есть я всем буду отвечать в грубой манере, я сразу же предупреждаю, потому что мне вот такие вот все ваши шутки тут не нужны, я как бы вот не, я не играю на Absolute Roleplay, у меня с ним связывает только мой дорогой, так знаете, закадычный друг Трэша Адептус, и больше ничего. Именно поэтому я вот буду защищать Absolute Roleplay, чего бы мне это ни стоило. И на Absolute Roleplay там ботов нету. Чтобы это доказать, как бы, вы понимаете, они начали запускать сервера Сампа, там, может быть, еще какие-то сервера, может быть, даже свои лаунчеры стали запускать с 2000 слотов. То есть, в самом деле, чтобы доказать, что ботов нет, то есть там реально, вот как только запустится вот этот вот сервак с 2000 слотов, тогда вот, как бы, понимаете, все поймут, что вообще происходит. То есть тогда все уже поймут, что у Absolute Roleplay как бы все 2000 слотов зафулены, и поэтому как бы, ну, там нет ботов. То есть 1000 ботов еще можно найти, а вот 2000 это уже сложно, да, это уже невозможно. На одном сервере столько ботов содержать, это они уже так не смогут делать. Поэтому все, кто вот собрался говорить, мол, то, что Absolute Roleplay там закупит еще больше ботов, и вообще у них денег на рекламу какую-то, даже таргетированную ВКонтакте за 500 рублей у них не хватит, вы можете это все не писать, потому что вот они сейчас запустят сервак, у них там сразу будет 2000 игроков,
игроков, и тем самым они как бы, ну, как вам сказать, они вот заработают много денег, закупят рекламу у всех GTA сам ютуберов, выкупят абсолютно точно всех ютуберов, которые только есть, и которых только там знаете или нету, и все. И то есть вы не сможете уже ничего сказать, потому что все, реклама, она как бы закуплена, все, и все открыто. Ну ладно, мы обсудили Absolute Roleplay, давайте посмотрим вообще на такую перспективу, как 2000 слотов. Это неплохо, то есть это прям классно, и на Аризону можно будет зайти, ну, типа, легче, потому что сейчас ты сидишь там с Fast Connect, там что-то ковыряешься, думаешь, блин, что же это такое, как же это так, почему же это так все происходит, и многое другое непонятно, будет ли, правда, Аризона расширяться до 2000 слотов, потому что, ну, типа, ну, это очень рискованно, когда у них там уже сколько, 15, 25, 16 серверов, и, типа, если они сейчас по 2000 слотов сделают на каждом сервере, то забито будет, там, знаете, только 1000 какая-нибудь, и все, и то есть больше ничего не будет, и вы, типа, вообще не сможете ничего сделать. Вообще непонятно, с чего взялось то, что будет 2000 слотов, я до этого новостей нигде не видел, нигде не слышал, то есть в Сампе что, уже в 0.37 будет 1000 слотов, но это как-то, ой, 2000 слотов, но это как-то мне даже в это вообще не верится, раньше про это вот говорили, как про что-то такое, ну, то есть вообще то, что вот ты смотришь на все это, думаешь, блин, так это же вообще невозможно, 2000 слотов, типа вы что, серьезно, чуваки, не, это такое невозможно, я во все это не верю, такого вообще никогда не будет, и ничего вообще со всем этим не будет, поэтому вот, нечто подобное, да, но посмотрим, что вообще сделают разработчики всех этих GTA сампских серверов, будут ли они запускать новые сервера уже с 2000 слотов, или также останутся на 1000, что вообще будет, что как, что где, и что вообще почему, ну и, ну, непонятно вообще, где 2000 слотов, на обычном самп 037, или на самп 03DL, или там на самп 038, или на самп 04A.com.ua, там как вообще будет, я не понимаю, но в любом случае мы поживем, увидим, посмотрим, что вообще будет со всеми этими проектами, там с Diamond Roleplay, с Arizona RP, может быть, с Wolf Roleplay, и вот сейчас вот Absolute все это делает, 2000 слотов, ну типа, ну неплохо, да, посмотрим, что из этого получится по итогу, но на что-то такое, знаете, хорошее рассчитывать нельзя, скорее всего, просто Absolute Roleplay забьет все эти 2000 слотов ботами, игроками, которые качают, типа, себе ЗП в Payday и просто, типа, не хотят выходить, скорее всего, вот они всеми этими чуваками забьют, и мы вот получим нечто подобное, и вот как-то так мы и будем жить, проживать, да добра наживать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, хотя за что, если честно, непонятно, потому что, типа, ролик же полностью сделал я, а вы, типа, его просто посмотрели, и не факт, что полностью. Тем не менее, ладно, то есть все оно будет классно, все оно будет круто, и все вообще будет замечательно. Я играл на проекте вот этом Arizona RP, мой никнейм, как бы, ну, Данте Коннор, мой промокод это как бы NoToxic, Antitoxic, вернее, ладно, NoToxic 54, и вся дополнительная информация по поводу промокодов, по поводу всех прочих вещей, она будет в описании, вы туда заходите, там всю эту информацию проверяйте, и там все это будет написано, расписано, что куда вводить, что сколько там вообще дает, и что вообще, почему нужно все это вписать. Вот, вводите промокод, чтобы я мог его прокачать, и чтобы все у всех было хорошо, и замечательно, и круто, и вообще классно. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания, и всем, наверное, пока. Или нет, я не знаю.